призрачные докеры. Призрак докера с луком, блядь. А чё он с луком, блядь? Опа! Ящик с припасами, чё, бери? Волшебная соль. О, вы нашли волшебную соль. И Широм дала. Надо, ну, ему надо нести. Была, не, была еще пыль какая-то. Далее. Была еще пыль. Смотрите, храм оставляется, узнайте назначение волшебной соли. Сдебались. Че, у меня еще не полная коробочка. Видишь? А, это второй уровень. Это первый. А че, все? Такой и в ямку зацени, чувак, иди сюда. Ты такой идешь по ковру и в ямку, нахуй. Того она и нужна была, чтобы неугодно скидывать. О, а тут стоит какая-то. Какой-то. Или какая. А, не какая-то шляндра, оцени. Страшенная, шо пиздец. Я разгляжу. Блять, чем так дергается? Ебать, это панки какие-то. Да, госпожа, чувак. Диала. Давай, что скажешь? Не таракан. Занятно. Тараканы как досаждают мне черными лапками. Противник колючий, а ты колешься, если да, моя лента сломает тебе спину. Малахай нравится спины. Нравится моя спина. Гладкая, драгоценная, самоцветная, готовая умыть империю слезами. Не таракан. Ты умеешь плакать? Я умею. Слезам нет конца. Этот самый день я нашла новый повод для слез. Не таракан, это мы типа. Что это у тебя? Моя катушка. Черная, как хотел. Черные так хотел их. Мои ленты хотели обернуть город черными лентами. Отныне и навеки это мои ленты. Отныне и навеки. Ненавижу вечность. О, амулетик золотой даю, чувак. Еще здесь. А, благодарность. Я должна тебе запоминать. Амулетик-то. 14% к повышению редкости найденных предметов. А у меня на что амулет? К ловкости. У меня к ловкости и к здоровью. Да, к ловкости, ладно. The cockroaches will come again. They want the twist. That cockroach emperor. The other bugs shout his name. Revisius. Cross the river, squash the emperor cockroach in his nest. Таракан вернулся, они жаждут катаклизма. Тот правитель тараканов, другие жуки гудели его имя. Гравиций, перейди реку. Раздави правителя тараканов в его гнезде. Мост, он завален. Тогда возникает вопрос. Я задавала их слишком много. Титус так и сказал. Я спрашивала, куда все девается. Наши отходы, он приказал им показать под реку пусточные каналы, длинные от берега до берега, вонючие, гадкие, как кишки роа. Черное место, полное бессмертных. Прекрасные и высокомерные каменитые стали мертвыми отходами империи. Их князей в грязь верно д-д-д-д-д. Райс, умеешь слушать. Не будет жаль, если тебя съедят бессмертные. Ух ты, дала пылающий тальк. Пылающий тарк шизм. Я шок очень легко взывается. Кашана пиздит, господи. Ебало, блядь. Пылающий тальк, камень добродетели, похож звездной бурей. Заключен в единственной капле пылающий тальк, всего лишь пропускает эту бурю. Блядь, меня заебало уже, нахуй, блядь. Еще, блядь, стал пиздеть, чёрт, знаешь. Это, оказывается, любовница этого самого была. Ау. Императора вот этого Титуса. Да? А чё, она живая, типа, бессмертная, что ли? Не знаю. Чё так, она если... быкует? Она не знает своего места, сучка.
Сученька. Так, дали пылающий тальк, и, по-моему, им можно вон ту сфинкт так тот разъебать, мне кажется. Пылающая пыль. А, или хотя не плачу это. Блин, конечно, пизда вообще, блядь, че непонятно нахуй. Так, а, это вот пылающая пыль. Сожгите бессмертную преграду. А, ну да. В канализации с помощью пылающего талька. Ну вот, собственно. Пылающая пыль. Сейчас мы канализацию эту почистим. А это в канализацию прям, да, сразу? Я понял. Ага, и вон я вижу, уже мигает вопросик. С клакой. Погнали. Оп. Ну что, что-то пусто было. Хуйня ебана. Этот геморрой разбомбили. Теперь запора не будет. Ремесленный рецепт. Ух ты. Физический урон уровень 1. О, это тебе, кстати. Надо натачивать. Боб, а ты видел, баба прилетает, забирает рецепт? Нет. Только нажимаешь, она из стелса выходит такая. Лагерь. Забирает. Эпинового легиона. Ех ты, мать. О, это и там этот. Телепорт. Лагерь легионов? Да. А, туда нельзя было пройти. Там завалили проход. А это их лагерь, я понял. Сейчас будем вырезать вместе с командованием. А, ну и все, и прошли мы.